В Жамбылской области проделана большая работа по укрупнению агроформирований и созданию на базе крестьянских хозяйств потребительских кооперативов. Такие меры для сельхозтоваропроизводителей делают инструменты финансовой поддержки аграрной кредитной корпорации доступными. Благодаря им регион закупил 50 тысяч голов племенных овец, а это треть всего республиканского показателя. Глава крестьянского хозяйства из Искуловского района Рахымжан Узбеков по государственной программе «Алтын-Асык» получил целевой кредит от аграрной кредитной корпорации и закупил 1700 голов племенных овец. 2 года из каникулы, а потом уже идет после 2 года оплата. Очень нам выгодно. Для того, чтобы крестьяне получили доступ к кредитам, создаются потребительские кооперативы. Так фермеры могут получить необходимую финансовую поддержку. У нас на сегодняшний день числится 270 учредителей, занимающихся сельскохозяйственным бизнесом, производством зерна и животноводской продукции. Уже оказали на сумму почти на 1 000 000 тенге услуги. В 2016 году филиал корпорации по Жамбылской области выдал более 3,5 миллиардов тенге кредитов. Поддержку в регионе получили 425 сельхозтоваропроизводителей. Филиалом аграрной кредитной корпорации выдано кредитов на приобретение более чем 50 тысяч маточного поголовья мелкого рогатого скота. Это более чем 30% показатель до республиканского значения. Реальное повышение активности в кредитовании со стороны фермерского хозяйства обусловлено, естественно, льготными условиями кредитования и реальной доступностью получаемых кредитов. Сейчас в Жамбылской области действуют 11 кредитных товариществ. Многие из них расположены в отдаленных районах области. Эксперты уверены, их работа служит реальным примером и стимулом для развития предпринимательских инициатив в аграрном секторе региона. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатилла, Жамбылская область, Хабар-24.